Бывший депутат Краевого законодательного собрания Александр Мастинин досрочно освободился из колонии. Об этом нашим новостям сообщила адвокат экс-парламентария Елена Фогель. Скандально известный депутат и бизнесмен освободился на 1,5 года раньше срока. Это произошло еще в октябре. Условно-досрочное освобождение стало возможным благодаря тому, что приняли новую схему зачета дней, проведенных в СИЗО. То есть период нахождения в следственном изоляторе до вступления приговора в силу был пересчитан с учетом 1 день за 1,5 дня по статье 72, и, соответственно, срок отбытого наказания был пересчитан, по сути, увеличен, и стало возможным освобождение по УДО. Напомним, в 2016 году Александра Мастинина осудили на 6 лет. Будучи руководителем управляющей компании «Родной Барнаул», он в составе преступной группы похитил более 12 миллионов рублей. Деньги жильцов за коммунальные услуги. Бывший депутат скрывался от следствия, когда был задержан в аэропорту Шереметьево, предъявил документы на имя Валерия Грача. Позже против него возбудили еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы. Сейчас разбирательство по этому поводу прекратили. Находясь в колонии, Мастинин неоднократно жаловался на условия содержания, а однажды даже сломал себе ногу в знак протеста против дисциплинарного взыскания. Кроме того, 41-летний экс-депутат писал в заключении стихи.